Они и Таню сюда позвали. Да, 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 кстати, короткая прическа, это прям мега лайк, блять, было. Ну, супер крутая, ну, ему шла короткая прическа. Опять сделали длинную, блядь. Чего? Танюш, кушать? Хватит долбить по стене, достал уже. И ракетку эту положи, ты с ней в руках на карлика похож. Если заняться уже нечем, пойди лучше работу поищи. Тань, ну, ты же знаешь, я не просто так тренируюсь, Я скоро попаду в мировой рейтинг, возьму Ролан-Гаррос, и мы станем богатыми. Господи. Слушай, может, я все-таки засунуть свою гордость в одно место и попросить так, его? Так, меня предупреждали на 44-й секунде сделать. Копеечку. Ты что, вообще страх потеряла? Тварь. А, да не, ну это же актерство. Я всего добьюсь сам. Ясно? Кто-то звонит. Повезло тебе. Блять, шорты ебейшие учла, блять. О, Саня, здорово. Ну ты вообще не изменился. Чё, рассказывай, как сам, как жизнь. А вы кто? Ты чё, Сань? Это я, Богдан. Мы с тобой в универе в одной группе учились. По-моему, это какая-то ошибка. Я тебе говорю. А это не нарушает никакие авторские права? Я просто в последнем ряду сидел всегда, поэтому в кадр никогда не попадал. Я до сих пор на связи со всеми нашими, и с Аллочкой, и с Кузей. Танюш! Слушай, тут Богдан пришел, говорит, что учился с нами. Ты помнишь его? Припоминаю. А почему эта актриса так постарела? Я на самом деле проездом в Москве на денек. Вот, гостиницу тетки в Астрахань везу. В Астрахани же много арбузов. Ну да, потому что мы их туда привозим. Шутка. Ну, тогда что? Прошу к столу. Я же это, в Москву приехал пупок проколоть. У нас город маленький, специалистов таких нет. Сука, у меня такие же разговоры, когда этот в деревне встречаюсь с двоюродными братьями, с которыми, ну, вроде надо, блять, ну, типа, блять, сколько не виделись, год-два не виделись, давай сейчас сядем, блять, и вот это. Короче, я волосы все не покрасил. Я вот такой. Ну, я вижу. Чё, когда с Соней жениться собираетесь? Ты чё, у вас акустическая бас-гитарка? Ну да. А можно? Конечно, давай, Танюш. Держи. Ага, спасибо. Давай, мама, кто это? Серж Танкян. Классика. Саша, а может, ты покажешь Богдану, как ты мячик о стену бьешь? Чё? Правда, что ли? Нет, ты знаешь, я с удовольствием. Я... Так, сейчас, Богдан, сейчас. Я только разомнусь, буквально 5 минут. Ребят, я сейчас, быстро! Зачем ты приехал? За тобой, Танюш.
Бросай этого жирного и возвращайся ко мне. Богдан, не надо. Да почему? Ну вспомни, как нам с тобой хорошо было. А секс у нас какой с тобой был? Настоящий. А не вот с этими откидушками. Хватит. Нельзя вот так исчезнуть на 10 лет, а потом заявляться, как будто ничего не было. Танюш, ты же знаешь, я актер. Я выбрал карьеру. Ты променял меня на стальные канаты. Спектакль недооценили. Он опередил свое время. Это уже не важно. Извини, Богдан, но ты опоздал 10 лет. Потому что я люблю жирного. Слушай, правильно, правильно. Ну, знаешь что, Лёшка, от меня? Только попробуй. Ребят, я почти готов! Тань, я тебе же это... Подарок принес, вот это тебе. Это что? Это духи и средства для очистки подошвы из Литуаля. Из Литуаля? Угу. Там в приложении вообще все есть. А мне это зачем? Реклама. Ну что, Богдан, готов увидеть будущего чемпиона в деле? О, слушай, одну минуту, я сейчас позвоню. Один звонок, все, и смотрим. Все, хорошо? Давай. Все, давай. Сейчас. Классный парень. Сейчас я его покажу. Алло, Сём, привет. Слушай, дело есть. В общем, я тебе сейчас скину адрес. Нужно будет приехать и по моей команде позвонить в дверь и убежать. Слушай, я тебе потом все объясню. Все, давай, с меня киндер-сюрприз. Давай, пока, племяш. Пять. Блин, в прошлый раз вообще 14 было. Нормально бахаешь, Сань. Будущий Федор. Я открою. Да играй дальше. Я сама открою. Нет! Эй! Ты чего делаешь? Я спас ее. Табуретка была подпилена. Что? Да, я хотел убить тебя. Потому что люблю ее. Что за бред? Вы же едва знакомы. Мы давно знакомы. У меня даже есть татуировка с ее именем. Вообще-то, ее зовут Таня. Во время «Стальных канатов» я один раз так сильно вошел в роль, что потерял палец. И мне пришили новый. Но тот палец всегда со мной. Знаете, я понял одну очень важную вещь. Если любишь, отпусти. Поэтому я отпускаю тебя, Танюш. Это тебе в память обо мне. Будь счастлива, детка. Прощайте. Богдан, подожди! У меня один вопрос. А вот эти все, ну, твои интервью, это по правде все или постанова? А тебя это ебать не должно. Большой. Города, пустые поезда. Сука, АП! АП, 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 АП. Сначала. А, какой АП, блядь, на ютубе не стоит. Кто, блядь? Полковник.
еще. Ахуёмбас, нехуёмбас, блядь.